ночь бомбили лагерь военнопленных. В Австрии возле Альп свои же, как виновных. Пятеро военнопленных нашли, подобно тромбу. В заводском цехе не разорвавшуюся бомбу. Был шанс, заменили поврежденный взрыватель. Бросили жребий, кто ударит по бойку, тот и писатель. Для точного удара кувалду взял Иван Терешка. Неподалеку работали пленные женщины, рядом их каморка. На картофельном поле свобода, вот награда!